Всем привет, дорогие зрители, и сейчас я вам покажу, как вы можете изменить эффект смены экранов. То есть, когда вы будете свайпать вправо или влево, то ваши установленные приложения на вашем рабочем столе будут накладываться друг на друга по-разному. Давайте я вам сейчас покажу, как это делается. Это делается очень просто. Я думаю, что каждый из вас справится с этим заданием и с этим изменением, которое реально, прикольно влияет на ваш смартфон. Когда вы им пользуетесь, он становится такой более разнообразный и функциональный. В свободное пространство тыкаем пальцем нашего рабочего стола, открывается менюшка, настройки, эффект смены экранов. Нажимаем на этот эффект, и у нас здесь имеется, получается, как 7 эффектов. 7 эффектов, которые вы можете установить. К примеру, 3D куб эффект. Нажимаете. Готово. Окей. Смотрите, когда вы перелистываете, видите, как бы 3D куб эффект идет, смена экрана. Вы сменяете, и вот такой вот 3D куб образуется. Вот, смотрите. То есть вы можете наполовину поставить и увидеть все ваши приложения, беря во внимание ваших два рабочих стола, в общем-то, можно так сказать, грубо говоря. Давайте дальше посмотрим, какие еще есть классные эффекты. Так, 3D куб, потом вращение. Смотрите. Оп! Видите, отличие есть уже, да, согласны? Что отличие есть, оно как бы вращается по кругу, по часовой или против часовой стрелки, в зависимости от того, в общем-то, куда вы хотите сдвинуть ваш рабочий стол, вашу страницу. Посмотрим еще. Смотрите, каскад тоже по-своему интересная эффект, вот. Просто как бы друг на друга слоями накладывается. Еще посмотрим, какие у нас тут классненькие эффекты, как книжка есть тоже. Смотрите, эффект книга называется. Вот так вот. Как будто вы страничку берете и вот так вот перелистываете. Вот обратно и вперед. Классные эффектики. Мне очень нравится. Я иногда изменяю, когда мне уже надоест одна и та же эффект. Мельница тоже по-своему прикольно. Смотрите, оп. Просто видите, эффект вот такой вот. По-своему классный эффект. Мне он тоже нравится. Я надеюсь, вы все эти эффекты сможете протестировать на своем смартфоне и выбрать тот эффект, который вам понравится. Лично мне, я вам признаюсь, мне нравится 3D куб. Я им уже долгое время пользуюсь, к нему привык, но может быть и сменю. О, да, пожалуйста, ребята, пожалуйста, всем пожалуйста. Эффекты менять можно, если вам это интересно, можете изменить, и ваш телефончик будет по-своему смотреться. Можете даже кого-то друга удивить. О, смотри, братан, как у меня классный эффект меняется, а ты так можешь на своем Samsung или iPhone? Ха-ха, лузер, не можешь. Все, до свидания, вы его уделали. Грубо говоря, понимаете. Спасибо, ребята, всем за внимание. Надеюсь, это видео вам понравилось. Всем успехов!